Раз, два, три, семь. Еще раз всем здрасте. Теперь на взаде. Да. С Ютубом. Да, Макс, я, короче, я тридцатку. Special for you, бля. Специально для тебя. Поставил 30 FPS. Чтобы ты смог смотреть, бля. Наблюдать. Вот. Не задалось что-то у нас с Ютубом. Не задалось что-то с этим, блядь, с Твичом и ВКонтактом, блядь, и с рестримом навзад. Че, да. С ВК вообще наплодил, блядь, три штуки. Надо поудалять нахер все дело. Так, ладно, вроде все. Меня видно, меня слышно. Надеюсь, хорошо. Надеюсь, игру тоже видно. Все слышно. Запись, короче, я надеюсь, с этого взада можно скачивать. Записи? Так. Он убежал. Так, да хватит! То, что ты делаешь? Блять, ёбаный планшет. Короче, улики все я нашел. Я так понимаю. Так что едем дальше. А, вообще надо места изучить, куда же надо сначала. Задний двор Джейкобса, это где? А, это вот, где сейчас я нахожусь, где найден был Паккард. Салон и центр техобслуживания Паккарда. Отлично. Ну, видимо, по всей видимости, туда. Что означает 2, 2 и 2? Что? Как этот взад работает? Ладно. По ходу дела. Посмотрим. Нет, ну вот этот в прошлый раз, Максим, помнишь? Так, а как ехать? Так, автосалон, братья Дьюи. А почему машина поменялась? Она же у него другая вроде была. В прошлый раз, вот когда я до сюда-то ходил, вот на этом сзади, да? Вот, ну, в принципе, нормально же было, да? У меня он даже на планшете плавно показывает. Пахнем чайку. Сладкий. Так, а в автосалон, насколько я помню, тут надо будет ключи выбирать. А еще нужно его допросить. Я вас не стану. А за что? Я приебался на свете. Полиция, мы хотели бы поговорить с владельцем. Это я, Уильям Дьюи, владелец, к вашим услугам. Мы расследуем угон Паккарда, принадлежащего консулу Аргентины. У вас не пропадал комбинированный ключ? Не знаю, детектив. Ну, сейчас мы это выясним. Пойдемте. Просто куда? А, да, сейчас. Точно, вот эти вот ключи. Переставлять. Все наши инструменты хранятся здесь. Посмотрим, хорошо? Так. Зуб даю. Тачку бабы водит. Сцепление хлам. Падение. И свеча. Ну, свеча-то явно. Так, вот и номер. Сомнительно. Не тот. А номер-то с этого Паккарда-то сняли? Ну что, что-то еще есть интересное? А, вот номера. Не годится, нам нужны дипломатические номера. Так, ну... Сначала вообще ключ надо. Вас точно не интересует новый автомобиль?
поддержанный. Еще есть вполне приличные поддержанные машины для людей вашего достатка. Потрогал со член, говорит, это не относится. Нет. Да, именно так. Так, нужно сначала ключи вот эти вот ставить. Желтый к желтому. That's not right. И на 4, да. Желтый к желтому, красный к красному. И так, таким-то образом и можно, понимаю, определить, какой ключ пропал. Ну, вернее, какой ключ был найден. Red Dead Redemption 2 продают со скидкой, сообщает мне Steam. Тщательно. Так, так. Нет, маленький спад. Да, и по всей видимости... Нет. Почти самый большой ключ. Габриэля Дельгадо не хватает ключа на 3/4. В дюймах удобно, ну, может быть, я не знаю, я не считал в дюймах. Никогда в жизни. Так, теперь нужно поговорить с товарищем. И вот с этим, это мексиканец? Местонахождение Дельгадо. Где нам найти Дельгадо? Не знаю, уж точно, он здесь, черт возьми. Он пиздит. Найт. Ходится. А предъявить-то вроде нечего. Адрес Дьюи. Или мой напарник твоей башкой проломит. 1/4 дюйма ключ, куда как? Я не знаю. Одна четверть. Что-то он сказал. Гаечный ключ использовался при угоне. С помощью гаечного ключа из вашего салона вчера было снято колесо. Видели несколько латиноамериканцев. У нас тоже кражи случались. Такой уж этот район. Вороватые мерзавцы. Стянут что угодно, только отвернись. А вот я не... Да вроде не врет. Максим, ты разбираешься в дюймах? Я не понял. Ну, может, и не врет, не знаю. А, значит, врал. Надо было ему про это, про форт. А, да, надо было про форт ему предъявить. Мы будем за тобой присматривать, Дьюи. Всем расскажем, что ты не любишь сотрудничать с полицией. Так, получше осмотреться. Обратно на место преступления. Слушай, тут, по-моему, Книгера потом это самое нужно будет. О, машина баклажатчика. Давай вернемся на место преступления. Посмотрим, что там. Не пиндос? А вдруг? Так, ну пойдем глянем, что там. Да вроде все осмотрел уже. Тут все улики найдены абсолютно. А, во, автомобиль, с которого сняли запчасти. Что они конкретно забрали, вы видели? Они откручивали колеса. Больше вроде ничего. Какой... Что-то знает, что-то знает.
Price the Sun. О, тут смайлы какие-то есть, ни хрена себе. Больно. Использовать. Давай интуицию используем. Спросить. Сомнение или ложь? Может, флаг? Why did you take the license plate? А номера вы зачем открыли, да? Well, зачем мне номера? Почему их я открутил? Зачем мне номера? Пропавшее колесо. Блять, а. Надо было сомнение, Помог, да. Спасибо за помощь, мистер Джейк. Да, блять, помог, да. Когда уберете отсюда машину, может, вернетесь, сделаете что-нибудь с этими мальчишками? Может, принести тебе судейскую маску? Заметил, как он бросил книгу, когда подошел. Так, интересно. Что он такое может нам показать? А кто? Книга или что? Давай посмотрим. 1947. Хуан Франциско Вальдес. Опа, записная книжка. Джон Мендоза. Okay, теперь мы знаем владельца машины. Извращенец. Я пробью Джона Мендоза по нашему архиву. Длинный приятный гу. А это старый пидорк. Короче, да? Полные губки. Любитель бейсбола. Сэмми мало этого нужно уговаривать. Любит вишневые конфеты. Похож на ангел. Блять, и 47-й год запихнули педерастов. Все. Плохо. Фрэнки Восс. Кристиан. Здесь что-то еще. Вот, Дьюи. Контактный телефон. Координаты некого Уильяма Дьюи. Вот это скорее деловой контакт, чем жоположский. Любит подарки. Самоневидность. Да. Так, нужно пробить адрес, что ли? Фелпс, 1247. Чем могу помочь, детектив? У меня, пожалуйста, с номером ME2458. Нет. Педагогические, да, педагогические записки. Полиция, мы могу поговорить с Джоном Мендезом. Он в школе, сэр, а в чем дело? Так он еще и этот... Как его? Как его, блядь? Блядь, Харви, ты этот... Забыл, блядь, слово. Гомосек, любитель мальчиков. Вот это вот вообще прям... Педофильный гомосек. Вот сволочь. Сегодня утром, так, заявитель Хуан Франциско Вальдес. Можно пригласить его? Он уже здесь, детектив, требует аудиенции. Как он это называет? Первый участок, по всей видимости. Спасибо, передайте, пожалуйста, капитану Лирия, что мы придем, как только сможем. Центральное отделение полиции. Допросить Хуана Вальдеса. Пускай товарищ за рулем. Быстрее. Так, давай в центральное... Или сначала, подожди, давай, наверное, сначала в дом Дельгада. Посмотрим, что там вообще творится. Он идет там вообще? А он бежит даже, бежит. Замечательно. Yeah.
You read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? Ну, такое измерение. You know, это как график, вертикальная ось, только Y, а горизонтальная X. Мудрено звучит. Третье измерение — это Z. Зю. Предметы будут как бы выпрыгивать из экрана. Бред какой-то. Зрители же все разбегутся от страха. Какому нормальному человеку такое понравится? Не знаю. Зрителям поначалу и звук не нравился. Гляди, что у нас сейчас. Ладно, послушаем, что скажет все это дело. Опа. Я только надеюсь на что-то. Так, пойдем посмотрим. Надо у этих товарищей, наверное, сначала что-то спросить. Мексиканцы. А где его дом? Вот этот? Да, с золотой ручкой. Если с золотой ручкой, значит этот. А как он определил, что именно это? А, ну там написано, в принципе. Дельгадо. Лос-Ангелес. Темный Архангельск. Верно. Так, вот это, да, третья дверь с золотой ручкой. Это мадам Котлета? Котлета? LAPD, мэм. Ченька, полиция, мэм. Нам нужен Габриэль, мы из полиции. Полиция! Вы не понимаете меня? Да, я понимаю, вы не могли бы зайти. Анна Родригес. Габриэль Дельгадо здесь, мисс Родригес. Нет, что вам нужно от Габриэля? У него неприятность? Стойте на месте, мисс Родригес. Мы хотим осмотреться. Но его здесь нет. Я же вам сказал. Глянь. Что тут вокруг? Я пока побуду с девицей. Смотримся. Вот и флажок пропащий. Он, значит, этот решил на память перевести себя, забрать флажок. Смотри, развивается как-то. Что, Библию тоже можно осмотреть? Зачем? Оли Библ. Так, а что тут в комнатах? Можно куда-то? Так. А вот и тачка. Ну все, попался. Еще колесо найти. И тогда точно все в порядке будет. Может, что-то в спальне? Пошел искать ее ношеные трусы или что? Старый извращенец. Хотя как у этих, у ебонцев. Ебонцев, блядь. Ебонцев, этот, как у автомата же, да, стоят с этими, со старыми труханами, вот эти семейные. Особенно. Готовили завтрак на двоих, Ханна. Надо было убрать. Так, насколько я помню, колесо в сарае. Вроде бы. Не зря же он здесь. А вот и номер. Дипломатический. Дипломатические номера. К чему бы это?
Но это явно тоже к делу не относится. В холодильнике он? Ты думаешь? Это как в этом, в Heavy Rain, да? В холодильник надо было прятаться. Ёб твою мать. Туда. Посмотри сюда уже, вот. Хотя это вроде тоже к делу не относится. Подожди, где... А, вот они, ёб твою. Колеса. В холодильник-то можно однозначно заглянуть? Смотри, что там. А где-то еще улики? А, нет, все, все, найдено. Пойдем к этой, мисс Эспиноза Родригес. Можно зайти? Нет. А почему на первый этаж нельзя? А, там, видимо, чье-то другое. В окно, наверное, будет. Идем допрашивать его. Шанат-то знает, где находится. Вас серьезные неприятности, мисс Родригес. О, Габриэля здесь нет. Я ничего плохого не сделала. Пиздишь, сволочь. Мотив для угона автомобиля. Зачем он угнал машину, Анна? Этот клиент его оскорбил. У него ведь есть честь, понимаете? А... Можно посмотреть? Так мотив-то мы... Чей? Ключ? Ключ нет. Ключа нет. Украденный Паккард, аргентинский флаг. Регистрационный бланк, правда? А, ну давай. Мне кажется, оно пиздит. Причем тут честь? Он сказал, что приятель Дьюи хотел сделать из него женщину. Он больше не уважает этого Дьюи. Уже положится. Он взял машину, чтобы показать этому недоноску, что он мужчина. А, в натуре, правда. Последний контакт с Габриэлем. Скажите правду, Анна, Габриэль был здесь? Я уже 3 дня не видел. А вы в ложь, там завтрак у них. Будешь врать, я тебя с ребенком за решетку отправлю. Но он тут живет, но домой не приходит, не приходил. Клянусь. Нихера. Вот, тарелки для завтрака. Хватит, Анна. Все указывает на то, что он возвращался домой. Зачем флаг? Тарелки для завтрака. Он был тут вчера. Я никогда его таким злым не видел. Он пошел к себе в гараж и что-то отнес туда. Не знаю, что именно, и знать не хочу. Я его люблю. Вот, найдены дипломатические номера. Мы нашли в гараже номера. Добавить к этому все запчасти, Габриэля можно посадить. Задавайте все вопросы Габриэлю. Ты в частях ничего не знаю. Знает. Что и предъявить. Так, записка Вальдеса, книжка... Так. Нет. Надо что-то... Вот украденные знаки, старый форт. Ту-ту-ту. По мнению, да, я тоже так думаю, потому что предъявлять вроде и нечего. Так скажи нам, где он, если твой малыш родится в тюрьме, у тебя его сразу отберут. Своего сына или дочку ты будешь видеть только через решетку по полчаса в неделю. Гонки стартуют от угла Первой стрита и Санта-Фе. Потом там есть водосброс под мостом, прямо на реке. Много полицейских разбилось при попытке его догнать. Вопрос про эти, как они... Запчасти, то что... Она говорит, я ничего не знаю про запчасти. Ну, короче, это все нормально. Так, блядь, теперь, короче, нужно за этим товарищем гнаться. Кстати, игра тут тоже может помочь, если долго ничего не получается, она тебе предложит, может, нахер пропустишь. Так, может быть, это сначала допросить вот этого товарища-то? Который подал заявление об угоне.
принципе. Почему бы нет? Угол первый хилл. 4:58 утра. Моя пташка во второй допрос. Прикинь, он в перчатках. Можешь себе представить? Судя по всему, нам лучше поспешить сюда. И отсюда. Так, вторая допросная. А, вон, за ним надо идти. Да, интервью, рум номер 2. А, вон этот какой. Тут сомнение было, что я понял. А то, а что ему предъявить надо будет? Ладно, сейчас посмотрим. Так, приятель, давай-ка сделаем глубокий вдох. Начнем сначала. Мистер Вальдес, генеральный консул, я настаиваю на своем полном титуле. История покупок по картам. Где вы купили машину? Мой секретарь и водитель оформили покупку. Омнительное место под названием автосалон братья Дьюи. Как только представитель представилась возможность, я доставлю сюда испанскую Суизу. Мнение. Ты купил Паккард Вальдес, такие основы особо не ездят на американском говне. Говори правду, сволочь. Уильям Дьюи предложил мне неплохую взятку, что за то, чтобы я купил его машину. Такого рода сделки нередко заключаются на государственной службе. Интересно, что на этот счет скажет аргентинский военнослужащий. То-то там. Угон консульского автомобиля. We have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the council garage. Terribly inconvenient. Чудовищно неприятно, конечно. Я требую, чтобы виновники как следует вытекли. К сожалению, мы таким не занимаемся, ваша милость. Вы ведь отлично знаете, кто украл машину, генеральный консул. Вы сами скажете, или придется это из вас выбивать? Давайте без грубостей. Я подозреваю, я не знаю, как говорят аргентинцы, я не знаю, как это, блядь, как архангел, фамилию не знаю. Я связь с Габриэлем. Так расскажете нам про этого Габриэля. Вы с ним повздорили? Ханик, мексиканский эстонец просто, блядь. Ужас. Любите мальчиков? Ах ты ж говноед, блядь. Так, записная книжка Вальдеса, вот он. Дэнни, Бен, Мигель, Тристан и Тедди. Ухлые губки. Тебе это ни о чем не говорит? Колись, сволочь! Возможно, мы могли бы достичь какой-то договоренности. Габриэль, выкладывай на чистоту. Очень красивый мальчик. Слишком строптивый. Я предположил ему... Мы с вами еще свяжемся, генеральный консул. Нормально. 15... очкового опыта. А где ехит? А, вот ехит. И выход. А, вот выход. Блять, я запутался. Куда, блять, идти? А, вот все. О, я, по-моему, вообще с другой стороны вышел. Так, а куда нужно? Места. Тогда. Места, где проводятся гонки. Интересно, а если я посажу товарища за руль? Нибудь меняется? You drive. I need to go over the case notes. Или ничего не поменяется? What kind of man leaves his pregnant girlfriend at home while he goes off to play cards? Дома, бросит дом беременной девушки. Постоянно сидеть рядом с беременной такой себе. Некоторые парни вовсе сбегают. Судишь по себе?
Заблудился. Или меня авто... Да, смотри, его за руль автоматом, скриптом перекинуло просто. Их! Поехали! Зала, она, поехали! Phelps, 1247, requesting assistance at First and Santa Fe. Reports of an illegal street. Слушай, тачку другую дали. Stay on Delgado. Чё не будет? Quick as we shut one of these races down, another one springs up somewhere else. Надо, по-моему, с ним, за ним вообще до победного конца следовать. По-моему, там все заскриптовано предельно. Насколько я помню, он там сам куда-то припется. Этому городу, да. Этому городу вообще пизда. Все, допустили Фелпса за руль. Может, ему просто это? Потуранить? Так. А, ух ты! Вот это пируэт. Блять, я не попадаю. Где он? А, ну вот, он самый, это самое. Может, ему просто это, ляжку пристрелить, или так нельзя? Пятку. Все. You under arrest. Парин с этим педрили. Вальдесом, я ему показал. Вот тут мужчина. Надо было сжечь его чертову тачку. Низкопоставленный иностранец выдворен из страны по обвинению в гомосексуализме и в ближайшее время уж точно не посмеет взглянуть на чужую тачку. Неплохой улов, детектив Фелпс. Не задирай нос, бегай шустро. Почаще клади мне на стол такие отчеты. Настоящая полицейская работа как раз. Чего нам так не хватает. Что-то по делу. 17 из 17. Правильные вопросы 10 из 12. Ну, нормально, в принципе. 10 кокосей из 12. Похвально. Генеральный консул Аргентины Хуан Вальдес получил свой паккарт почти в целости и сохранности. Там ущерб городу, да, вроде какой-то. Автомобилем 1000, пешеходом 100 баксов, городу 932. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Злоте, Джек. Они хорошенькие? My sisters, Hank. Сестер не засматривай. Final inspection before liberty. Кто этот пиздюк, который подписался, который только что подписался смертный приговор, бля? Че-то типа того, да? Сейчас должно быть. Good job, Келсо. Келсо. Bad boys, да? Bad niggas. Бадо, блядь. Are we going somewhere, куда-то gentlemen? Собрались, джентльмены? Полная проверка. Кто-то из вас хочет увольнения, должны сдать все на отлично. Келсо, Лесо, взгляни на карабин. Стол не чищен. Пусть нет. Будем спорить, колесо? Думаете, что хотите, сержант? Weekend Liberty cancelled. Они не отменяются. Два дня строевой подготовки. Почисти оружие. Нет. Do you know the penalty for insubordination? Вот. Это должно было случиться, блядь, когда-нибудь. Ты будешь чистить? No, sergeant. Нет, сержант. Call is right.
Хватит игры играть. Лучше я запишу стрелковую роту. Буду биться с настоящим врагом. Обвенчанный на небесах. А, я что-то не помню про что это. Что не... А, ну, товарищ, ножичка задавили. All right, gentlemen, I just got this handed to me. A hit-and-run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. У Рэя сбит человек. Преступник скрылся. Патруль уже на месте. Корнер в пути. Давайте туда. Может, удастся найти свидетель, который... машину. Так, а вообще... Короче... костюм я хотел какой-то поменять. Уже... Так. Алло. Город... Ночью город ангелов становится гораздо опаснее. И погладь два костюма. Вы сможете наносить более сильный удар и выдержать большой урон в драке. Снайпер, вы сможете точнее стрелять из винтовка. Гаранда и пистолетов. Я давай вот этот вот. Чтобы ночью город становился гораздо опаснее. Что-нибудь меняется от этого? Okay, girls, you stole my cigarette. Скачанные дела можно пустить из... Жилые игра. И ехит, блин. А, воу. Че другая тачка? Почему они меняются рандомно? А не, вроде даже. Где он? Похоже, прокурор собирается выдвинуть требования. Я поговорю с прокурором. Не знаю, Кол. Легко посадить, а прокурор... Я говорю взамен дела. Дай ему что-нибудь получше. Эти улики искать. Два часа стрим идет, ну, с перерывом, да? Детектив, дефектив. Пол Фелпс, транспортная полиция, что-то на... Жертва мужчина, белый, Лестер Паттисон. Он вышел из бара, машина сбила его вон там. Была обнаружена здесь. Вы опросили местных? Да, вон девушка единственная. Что-то сказал по делу. Она живет прямо над баром, зовут Шеннон Перри. Нет, это не псевдоним. 24 года, приехала из Канзаса, чтобы пройти по дороге славы. Казаниями займемся позже. Сначала все осмотрим. Шляпа. Чья? Чей туфля? Там имя, может, какое-то должно быть. Надо еще с коронером, наверное. Че? Может, у него кольцо какое-нибудь снять? Можно? А с какой стороны оно... Нет. Че-то что-то в кошельке. Да. Вон у него дырка в пиджаке, блядь. Тут где-то нож должен валяться по-любому. Лос-Анджелес. Вот что там произошло. Уважаемый мистер Паттисон, рады сообщить, что на вас запрос от 14 февраля дали добро.
сколько-то долларов в неделю. Блять, слишком быстро субтитр идет. Данное решение вступит в силу с 1 января 47. Так, это страховка. А насколько? Да, 16 000 американских рублей. О, черта! Калифорния Фрейта благодарит вас за доверие, желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, с уважением, Бенсон, вице-президент компании. Улика. Бенсон застраховал свою жизнь. На НИР. Че он на дырку, блять, внимания не обращает никакого? Вот это... Вообще не могу. А, вот, бабки, бабки давай. Берешь? Ну не заберет. Так, над личностью. Установить. Кто ты? Сон. Водительское удостоверение на имя Лестера Паттисона. North Hall Street, 182, мужчина белый. 36 лет, 5 футов, 8 дюйм, глаза карие, шатен, женат. Так. We can notify next of kin. Мы сообщим родным. Пойдем искать улики. Так, алло, канонер, сейчас. Судя по всему, момент аварии, он был уже мертв, но не насколько пьян. Мертв и несколько пьян. Отлично, охуенное сочетание. А рана из груди. О, он обратил внимание, неужели? Какое часто бывает, тащить машину с фумкой на капоте. Фумкой. Травяной след, нихера его протащил. Типа не то, не так далеко. Дел футов 20, не меньше. Да, блять, сколько это в метрах? 20 футов. А, кровь на большом расстоянии от тела. А что, где-то здесь пырнули, короче? Мазной путь. Значит, перед столкновением водителю удалось затормозить. Это улики. Так, чуть. О, подожди, может быть. В этой как он? Да, вся наша, это понятно, да. Надо сначала... Это здесь нож, по-моему, валялся, да. А, блядь. Окровавленный нож. Может, нож для резки мяса? Фелпс, расследуем дело о наезде. Стал нож от кого угодно, кто угодно мог выбросить. В любом случае, пусть криминалисты осмотрят переулок. Еще должно быть как. А, не, ну не здесь. Только здесь не играет уже. Надо посмотреть внутри. Там же есть этот пар козлина. Так вот почему все приходят. Не, музыка не играет. Так, может, сначала надо барышни решать. Мисс Перри? Я детектив Фелпс. Это мой партнер, детектив Бакалко. 45 утиных жоп? 45,3? Утиных жопах? Класс. Показания свидетельниц. Расскажи мне нам о том, что произошло. Так, я услышала, что внизу кто-то ругается и подошла к окну. Подслушанная ссора. Она не врет, да? И вроде не врет. Смотрит, блин.
Истина. Истина где-то рядом. А что произошло потом? Я увидел, как машина сбила этого несчастного, протащила его по дороге. Тщательное описание машин подозреваемого. Какой это был автомобиль? Линкольн Континентал темно-красный. Слушай, как помнит-то. Вроде да, вроде прекрасно. Номер заметили? Боюсь только первые три знака. 3C8. Нормально. Подслушанная ссора. Расскажите мне про эту ссору. Ну, я слышала два голоса. Мужской и женский. Вот и все. Да, что-то она утаивает. Почему вы не хотите сотрудничать с нами? Простите. Я хотела все рассказать журналистам. Чтобы мою фотографию напечатали в газете. Я хочу стать актрисой, но найти работу очень трудно. Давай колись, сестренка, у нас еще полно дел. Борились двое, муж и жена. Это я поняла по их крикам. Она, блядь, я как это растоп. А сейчас, блядь, сука. Видим ореол обитания, блядь, ёбаных ублюдков. А ты умеешь обращаться с женщинами, Фоллс? Поехали, Бековский. Надо с барменом еще потрещать. Посмотрим, что он расскажет завсегдатая. Завсегдатая. Где-то тут... Да, блядь. О, газета, газета. Сейчас будут эти флешбеки вьетнамские. Известный психотерапевт обращает и психопатов кого-то, блядь. Излечивает психопатов. Кортни, входи, садись. Спасибо, доктор. Как тебе работается в клинике? Ну, в общем, нормально. Ты уверен? Я могу быть с вами откровенным, доктор. Именно этого я и хочу, Кортни. Я надеялся, что терапия будет более результативной. Вы, лечение порой занимает очень долгое время. Здесь так много пациентов, зависящих от наркотиков. Многие из них употребляли наркотики годами, Кортни. Раньше они были обречены на психиатрическую лечебницу. Если мы найдем корень проблемы, то сможем помочь им. А до тех пор их будут накачивать снотворным? Мне показалось, или ты это осуждаешь, Кортни? Я ожидал большего, доктор. Простите, не хотел вас критиковать. Если хочешь быть хорошим врачом, Кортни, учись терпению. Как можно держать столько народа на лекарствах? Ведь многие из этих препаратов незаконны. Но не все в жизни черные и белые, Кортни. То, что на первый взгляд кажется незаконным, оборачивается законом для всего общества, полезным, по всей видимости. Не успел читать, блядь. Брек Трактор, ментальный доктор. Так, все улики закончились? Вроде музыкой больше не играет. Да, вроде все нашел. Так, подожди, нужен телефон. А где телеблайзер? Оператор, соедините с диспетчером. Диспетчером. И меня. 1247. Он Фелпса. Чайку плотного. I need a fucka. Сравните со списком владельцев. Машина подозреваемая красный Линкольн Континентал. Тачку, да, пробивать надо. Тачку. Только одно совпадение на номере модели. Машина зарегистрирована на Уильяма Шелтона. West Ham Street, 798. Благодарю. Ну, сделал, сдвинулась с мертвой точки. Не играет, да, музыка-то? Да, надо с этим, с урменом, говорить.
С этими, по-моему, ничего нельзя сделать. О, китаец. Урят. Детектив Фелпс, полиция Архангельска. Чем могу помочь, детектив? Для начала назовите свое имя. Дадлин Линч. Я присматриваю тут за всем. Где хозяин? Он отошел, надо было отвезти Лорну, мисс Паттисон, домой. Наезд на пешехода. Что вам известно об этом происшествии? Совсем ничего. Здесь было много народу, и я только слышал удар. Он что-то он скрывает. Так что делал Шелдон? Почему так быстро? Все это происходит. Связь с жертвой. Вы знали жертву? Да, это Лестер Паттисон, он местный завсегдатай. Завсегдатай. Был. Вроде не врет, да? У него глаз дергается. Хотя это, наверное, все-таки условности анимации. Окей. Он не входит в число любимых клиентов. Лестер был особенный клиент, но не для меня. Лестер пил один? Нет, он был женой. Правда, ее, по-моему, ей не очень интересна выпивка. Подслушанная ссора в баре. Свидетельница слышала ссору? А почему он спрашивает? Он должен утверждать то, что свидетельница слышала ссору, блять. Она ему только что об этом сказала. Так, не, он что-то опять там такой, ну, блять. Счет коронера. Сомнения, наверное, тут. Почему Паттисон так хотел быстрее уйти? Точнее, почему Лора Паттисон хотела уйти быстрее? Лорна с Лероем друзья, они обсуждали открытие нового бара. Лерой? Лерой Сабо, Сабзира, хозяин заведения. Совместный деловой план. Как долго Лорна с Лероем говорили об этом новом баре? Не знаю, я просто разношу напитки. Сидит. Что можно, если что, предъявить ему? Хоть ничего. Возможно, деловой партнерство между Лироем и Сабо слышит. Так, нет, тут, наверное, сомнения тут. Бармены слышат все. Что, ты мне расскажешь? Все по-хорошему. Когда Лестер напивался, вел себя с Лорной как последняя скотина. Он проигрывал все деньги. Лорна приставала к Лирою, а затем... заинтересовалась свиньей, блядь. И из прошлого дела. Позапрошлого, не знаю. Спасибо за помощь, Линч. Мстители что-нибудь сообщили? Не особо-то и много они рассказали. Лестер любил распускать руки. Замечательно. Надо перекур, мне кажется, сделать пару-тройку минут. Так. Кафе у Рея. Давай, наверное, к Паттисону сгоняй. Можно как-то побыстрее? Дом Паттисона. Паттисона. Так, короче, давай перекурчик. Ой. Организовать надо небольшой, да? Перекур. А потом можно продолжать, да, с перекура.
чуть-чуть пожраться. Верно. Я надеюсь, запись скачать можно будет. Потом на YouTube закину. В итоге. Так. Что там надо-то? Дом. Блять, почему он в текстурах застревает постоянно? Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? Мисс Котлета. We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Так сначала смотреть, обыскать надо или нет? Can you tell me what happened? Сразу к допросу. What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. Его сбила машина, и он умер. You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened in 44-м. Сразу поженились. А потом его сбила машина. Нормально. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, and I... beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again. Так, сейчас я... It's okay, Lorna. Чё горло промочить, то я уже заебался пиздить. Well, well. Nice to see you're comforting the group. Последний раз я, наверное, так на Хаймрике, блядь, разглагольствовал. Так, и вот и этот друг, герой-любовник. Лестер проигрался в карты, я его пырнул. Скорее всего, так и было. Вернулся и, не глядя, шагнул под машину. Типа самоубийство, я так подстроено. Под это дело. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Я подала на развод. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in. Ну, Максим, слушай, надо что-то делать с этими, с рестримами. Надо как-то это организовывать. Потому что чисто навзад стримить что-то я тоже не очень хочу. Так как же машина наехала на пешехода? Он шагнул прямо под машину. Сомнение. Лорна, вы думаете, что я в это поверю? Как-то слишком складно для вас выходит. Для него игра, как доза для наркомана. Он проклинал и меня, и весь двор. Мне даже немного жаль водителя, у бедняки не было шансов. Причина ссора. Вы ссорились в баре, а потом на тротуаре. Вы все время ссорились, и что с того? Время, да, время-то у тебя сейчас будет. Надо будет это проверять, я не знаю, как-то все организовывать, чтобы и на YouTube, и на Twitch, и в ВК он как-то хоть человечески начал херать. А то он, блядь, уже тот стрим по это Vice City вообще не запустил. Сомнение. Vice City вообще не запустил стрим, блядь, а на драконьей кости он там вообще наплодил хуевую тучу, опять же, как и сегодня. Lester was playing cards out back. He lost, of course, and wanted back in. Или что он там плодил? Короче, надо что-то думать. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Let's just say I took exception to his idea. Партнерство с лесбияном Сабо. Какой у вас бабки? Я скопил небольшую сумму. Нифига. Вот это пиздёж, потому что этот... по-моему, ей нужно предъявить письмо из страховой компании, мне кажется, да?
или показания Линча. Что-то из этого, либо письмо из страховой компании, найдено у погибшего Эстера Паттисона. Всего так. Возможно, деловое партнерство. Явно пиздит его. А почему у него усы, как у меня? Да, я тоже так это подумал, скорее всего, письмо. Вы опять пытаетесь утаить правду, Лорна? Ты можешь это доказать? Письмо из страховой. Вы увеличили сумму страховки Лероя. По армейской страховке ему полагалось $10,000. Это Лерой придумал. Эстер был рискованный человек. Вечно ввязывался в драки. Выходит, идея была неплохая. Так они же его ебанули, мне кажется. Это мотив и умысел Лорны. Вы забываете об аварии, детектив. Мы уходим отсюда. А почему ничего, это, лики никакие? Чего-то поискать же надо было. Так. Нужно телеблайзером воспользоваться. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How could I help, detective? Messages, please. Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Paterson autopsy. Срочно прибыть в морг. Thanks, ma'am. Да я даже догадываюсь. Че он там это самое? Зачем он стучит? Я догадываюсь, зачем в морг, потому что этот. О. Сейчас этот канонер тыкнет пальцем в эту в дырку, проделанную в нем. О, нет, это явно не то. Где-то тут это нож должен быть. Кухонный вот этот, да? Ладно, ну музыка не играет, значит, это и улики искать не надо. Точнее, тут их нет. Давай к этому канонеру. А в кафе у Рэя еще не все? Раз он не зачеркнул. Что такое морг маленький? Run that by me again. The victim was dead before the car hit him. Он был уже мертв до того, как его сбила машина. мертв и немножечко пьян. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at покойники. He was stabbed to death. Long sharp knife, length of a bayonet. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder one. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the knife, we have the coroner's report, and I bet we could roll Сабо as a witness. Bring her in. Просить Лорну Паттисон опять. Что, его нельзя смотреть там, может это пальцем в дырку ты. А, ну это этот, как он. Его вещи, я так понимаю. Они, в принципе, не
Что у вас? Да нет, там нет ничего. Тут даже музыка не играет. Вещи-то уже это самое. Он видел. О, может на этой канонерской тачке поедем. Может, надо, наверное... А, в баре? Этот, давай, в кафе. Интересно. Может быть, да, может быть, кстати, стол надо. Морим. Все убрали уже, да? Давай поглядим. Да вроде нет. Может, на заднем дворе? Вроде тоже тут нет. Может, с барменом еще потрещать? Газету я уже трогал. Не понимаю. Да вроде ничего интересного. Как бы. Явно ничего нет. Хер его знает. Ладно, давай, что-нибудь это. Надо допросить кого-нибудь. Так, давай Дом Патиссона. Патиссона. He spoke to the coroner, Mrs. Patterson. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy сознал все сразу его, блядь. Where is Leroy now? Жопу подставила. He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand jury. Nice of you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how he had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, Leroy, shut up! You had all the bases covered, baby. I had nothing to do with it. You think I'm gonna fry for you, Lorna? He's a crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake! А, ну тут даже без участия. Терпеть эти побегушки. Вот сволочь, заворачивает сразу. Да он полез-то. За ним еще бегать. Come on, Flatfoot, let's negotiate.
How long do you think you can hold out? You want to fucking asked for it. Ой. Заложник убит. Бля, забавно. Блин, а пропустить-то можно это как-то? Лох, пидор, да. Слушай, оно не пропускается вообще. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. Короче, нахер, я понял, все, надо это ловить его, дело закрывать и заканчивать. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand jury. Nice of you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, короче, надо ему... how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, you Leroy, shut up! You had all the bases covered, baby. I had nothing to do you with it. You think I'm gonna fry for you, Lola? He's a crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake! Too late, в принципе, ему же все равно газовая камера грозит. О, поймал. Поймал. Оказывается, так можно было. So, I give you a hit and run. You bring me back fraud, conspiracy, and first degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. Продолжай в том же духе. О, все, отчет по делу. Так, Максим, давай, мы, короче, с тобой надо это пойти. Надо с ВК что-то сделать. Водитель невиновен в гибели Лестера. Но вы не предъявили ему обвинение в том, что он скрылся с места преступления. А, я так до него и не доехал, блядь. И сука. Ну ладно, понял. Прокол. Sleep of the Punch. Хорошо. Явно, наверное, не прокол переводится. Элс Бековский. Патрульный докладывает, что зеленый Кайзер Фрайзер с чего давайте. Смотрите, что там происходит. Мы этим займемся, да. Сообщение об угоне автомобиля. Ладно. Короче, с этим все понятно. Можно завязывать на сегодня. Запись скачаю, тогда обе скомпоную на YouTube. Парам-пам-пам. В записи посмотрим до следующего. Пока.